На следующей неделе на улице города можно будет увидеть ретро-троллейбус. Точно такой ходил по республике 55 лет назад. Пробный выезд на своей странице в Инстаграме анонсировал глава мэрии Алексей Ладыков. Первые троллейбусы в Чебоксарах появились в 1964 году. Они ходили по маршруту железнодорожный вокзал Красная площадь. Планируется, что отреставрированная машина в тестовом режиме выйдет на этот же маршрут на следующей неделе. Готов к обкатке наш самый первый городской троллейбус, которому в юбилейный для Чебоксар год исполнилось 55 лет. Если проблем не возникнет, то в день города ретро-троллейбус будет катать горожан. Чтобы полностью окунуться в атмосферу тех лет, водители будут одеты в советскую униформу, сообщается на странице Алексея Ладыкова.